Привет, привет, доброе утро. Что сегодня цветет? Что сегодня цветет? Сегодня цветет Роттердам. Говорю тихонько, потому что кто-то учится, кто-то еще отдыхает. Я тут лазю. Девочки, смотрите, какая красота. Мальчики, смотрите. У кого еще нет Роттердамчика, обязательно прикупите. Долго держит свои цветочки. Молодец. Кто здесь на два цветочка не хочет стараться? Солнце бьет, и пришлось опустить занавес, притянить. Биг Бэнг не хочет стараться. Место занимает, стараться не хочет. Но он красивый. Он красивый, яркий, замечательный. Так, кто у нас здесь? Немножко филонит в этом цветении. Красавчик. Хэппи Минха. Кто-то Будапешт называет, кто-то Бухарест. Ну, филонит. Посбрасывал цветочки, потому что я его перенесла с одного места на другое. Все. Вот он так вот посбрасывал. Один цветочек засушил. Аладдин Кис. Джингл я его еще называю. И вот у него еще доращиваются бутончики. Не все так плохо. Так, рыбок покормила. Включаю аэрацию. Вот они. Красавцы. Плавают. Майя цветет, доращивает бутошки. Вот она. Леодора на 4 бутона. Плохо здесь видно. А вот они. Красотки. Там розовое облачко. Одного из видов. Сейчас. Один из подвидов этого Биг Бенга. Красавец. Вот так они у меня тут. Так и растут. После 12 подымаю. Солнце уходит после 12. Хочу сейчас развернуть вот этого красавца крупноцвета. Это сезам. Я его хочу, девчонки, сейчас развернуть к себе. Подождала, пока все бутоны откроет. Вот он туда повернут. Вот этот еще вам сейчас покажу. Сейчас со стула слезу. Вот этот называется Сейн. Сейн — это сети. Что-то вот рыбацкая тематика. Ну, так на горшке была пробита Сейн. Мне его муж подарил на день рождения. Такой красавец, да? Нравится? Мне очень нравится. Крупноцвет. Сантиметров 9-10. Ну, не 11, нет. 10. Такой большой, красивый. Обалденно. Это вот милота доцветает уже. Так, и сейчас будем разворачивать вот этого красавца. Для этого уберем Роттердам. И развернем. Да, Лимуша вам привет передает. Ой, тут прокапывает еще водичка у него внизу, оказывается. Так, а ну как я тебя разверну? А лист немножко этот плохо помещается, листик. Вот так вот. Ну, вот начинаешь разворачивать, как-то уже неудобно. Ну, такой вот он. Его бы, наверное, лучше как-то вот так повернуть боком. Я вам скажу, листья у сезама не маленькие. Он сначала растил, он из 2,5 растил мне небольшие листочки. Видите, это у меня азиат. Даже не помню, откуда он приехал. Кого-то заказывала. Это один из первых азиатов, который вообще у меня появился. Такой красавчик. В дневном свете. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, да? А ну, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь бутонов. Но он с каждым годом будет все краше и краше. Пока такой вот. Ну, размер приличный. До 10. Это обычный. Это не красный.
не красный, но классный. И вот розетка вот уже показала этим листом, что будет большой. И сейчас подумаю, как его поставить. В общем, красоту. Красоту. Ну, Биг Бен, конечно, хотелось бы, чтобы он порадовал, но он что-то не хочет радовать пышным обильным цветением. Ну, Сейн радует. Сейн красавчик. Сейчас вам еще покажу два своих крупноцвета. Я вам показывала. Там один Black Piano, который не бабочка. Ну, какой он крупный. Вот мы сейчас их сравним. Двоих. Давайте, пойдемте. Ой, да? Красавец. Да я тут завтракаю еще. Красавчик. Какой пышный Роттердамчик. Какой замечательный. Какой замечательный. Вообще, да? Три цветонос. Вот он. Вот он. Крупный цвет. Black Piano. Который не стал Black Piano. Он Black Piano в вариации розовый. Ой. Завалила. Три бутона раскрыл. Красавчик. Красавчик, красавчик. Мам, тебе надо лежать, а не лазить. Ты шо? Не умываюсь. Ага, давай, потому что нельзя. Доктору сказал лежать. Не надо ходить. Давай. Угу. Ты много ходишь, потом будет все болеть. Надо поберечься. Сейчас хочу с Сейном его сравнить. С Сейном. Смотрите. Сейн меньше. Хотя я его считала крупным, но Black Piano, конечно, жалко, что он в этом цветении, но, наверное, во всех последующих вот такой получился, да. Очень жалко. Мне там на Фейсбуке девчонки сочувствовали. Говорит, эх, не повезло. Да кто знает, может, и повезло. Может, он будет мне каждый раз что-то новое выдавать. Смотрите, как у него интересно. Да? С белесым, с таким на лепестках. Такой вот. Я хотела себе Рим прикупить. Вот обратная сторона у него. Думала Рим прикупить. А зачем нам Рим, если у нас вот такое вот чудо-юдо появилось? Крупноцветковое. Это ж надо. Зачем нам Рим? У нас есть Франк Мэй Блэк Пиано. Ой, он там в шорцах вам спел свою песенку. Разочаровашку. Так, и сейчас покажу вам вот эту красоту крупноцветковую. Вот еще одну. Вот еще одна. Вот, они, по-моему, самые две крупнющие. Мне написали, что это Виктория. Не знаю. Было OX, там какой-то гибрид. Ну, в теплицах в разных по-разному. OX King на Fuller's Sunset. Такой вот. Прикольный. Ну, кто из них больше? Они, по-моему, обе здоровяки. Надо брать линейку и измерять. Но мне кажется, что они одинаковые по размеру. Что этот огромный, что этот? Оба такие, да? Оба крупных. Не, наверное, этот побольше. Не знаю даже. Мне кажется, он у меня самый-самый большой. Самый большой. Ну, этот тоже крупный цвет. И каскадник, скорее всего. Это вот домашний каскад такой. Он у меня еще меньше года. Этот тоже будет красавчик. Вот кто любит крупноцветы, вот Сезанчик, Сейн, Black Piano в такой вариации. Fuller Sunset. Ну, это наверное, все-таки вот эта Виктория, да? В общем, красота. Красота. Сейчас подумаю, как его получше поставить. Может, с кем-то поменять местами. Из-за этого листа мы толкаемся. В общем, вот такое вот веселое окошечко, притененное от солнышка, получилось. Вот такая вот прелесть. Всех обнимаю. Всем мира и добра. Я иду наконец-то завтракать. Всех уже покормила, сама еще не завтракала.
Ой, ну этот вообще замечательный. В общем, дарим с утра нежнейшее настроение всем вокруг. Красота!